Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 42-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Стефан, Раха СПБ, Грозный Лутака и Литекс, который где-то спрятался. Спасибо большое, ребятки. Славно, что мир не без добрых людей. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра. Предыдущий выпуск не попало, но я начал строительство библиотеки, 50 там с чем-то часов, что ли, она там строилась. Ну, в общем, теперь у нас есть библиотека, а значит, есть у нас бонусы. Дополнительный опыт в рейде, плюс 15%, и ускорение прокачки группы умений практически плюс 30%. Что за практические такие умения? Мы можем посмотреть это, отфильтровав по типу практические. Вот, пожалуйста, хирургия, поиск, работа с магазинами, скрытое передвижение и ремонт тяжелых и легких бронежилетов. А, нет, не все. Уход за оружием, еще говорят, управление убежищем, ручное производство. В общем, бонусы к прокачке этих навыков теперь имеются у нас. И еще хорошая новость. Я собрал М4А1 по оружейнику 22-му, часть 22-я. По-моему, это последний оружейник в этом вайпе. Штурмовая винтовка Кольт М4А1 на тепловизоре Reaper. Передаем эту красавицу механику, получается, и закрываем оружейник часть 22. Сегодня буду продолжать ходить с СВДС. У меня по карателю еще 5 ЧВК нужно убивать, но сегодня я планирую все-таки пойти на маяк, потому что на маяке огромное количество квестов у меня накопилось, как с фармом там диких отступников и прочих негодяев, так и квестов попроще. В общем, мне вся практически локация нужна будет. В первую очередь хочу закрыть квесты, которые находятся на основной территории локации. Из них это груз X, часть 4. Мне нужно пометить ящик на побережье возле моря. Отдых у моря квест мне нужно в одном из коттеджей у залива, который забрать чемодан. Потерянный контакт — это верхняя часть локации, получается, где шале, там теннисный корт, трупы надо проверить. Также часть ревизии маяк хочу выполнить, там две техники находятся, одна на подходе к маяку, вторая под шале коттеджами наверху. И еще один квест от барахольщика, это Харли навсегда, мне нужно два мотоцикла пометить наверху, на коттеджах шале они находятся, один на подходе, второй в гараже. Запланировал кучу квестов на сегодня. Сегодня хочется поделать на маяке квестики, поэтому я за дикого заходить не буду. Сразу пойдем за ЧВК на маячок. И меня в другую сторону вообще заспавнило, да? Слева мины. Понял. Значит, пойдем против шерсти, получается. Через затопленную. Тут же нет нигде мин, надеюсь. Я вообще не знаю, где тут мины, короче, на этих самых. На скалах же их еще там добавили, их туда-си, сюда-си. Вот. Значит, пойдем против шерсти. Это получается, мне нужно будет сначала на... Блин, я... Мне бы хороший спаун был бы, наоборот, с той стороны, да? Ну ладно. Раз отсюда, значит отсюда. Пойдем потихоньку тогда с этой стороны. Ё-моё. Уже снайпера джубошат где-то. Отвал Петрович сзади стреляет. Будет весело, короче, говорит. Где-то сзади, со скалы... А вот оно, входящее отверстие. Вон оно, выходящее отверстие. Надо, походу, делать вот эти квесты, которые побегать по всей локации и пометить ночью. Днем, я так понял, тут делать нечего. Да? По-моему, слышу я его.
Нам нужно по-хорошему поменять позицию. Как-то вот так. И вот так, что ли. Слышу. Угу. Двое. О, да ладно. Ничего себе подарок от Таркова-то. Тарковский подарочек. Я как раз на квестовой точке заспавнился, прикинь. Ладно. О, да, первый маяк. Что тогда, пойти, может быть, забрать этот? Этот самый. Он сам. Пойдем заберем. ЧВК. Хорошо, что увидел. Ты один. Понятно. Давай. Вот этот ближайший мне нужен. Коттедж? Или как его называют правильно, не знаю. Вот он, чемодан. Есть. Так. Как тогда сделать? Может разделить тогда эти квесты на верхнюю и нижнюю часть? Может тогда туда не идти? Как считаешь? Это получается у меня сейчас на кону уже два квеста целых. Если выживу. И сюда мне не надо будет потом больше идти. Южная дорога, говорит. Капец там на коттеджах. Шестидесятый уровень. Офигеть. Мешок я его брать не буду. Нафиг мне такой большой, да? Мешок. Ну капец, взял ночнушку, уже светло. Да? Ну да, почти. По пути у меня, в общем, будет еще возможность страйкер пометить. Вот такая тема. Все, про ту сторону. То есть вдоль воды можно вообще забыть.
На эту часть локации мне вообще не надо быть. Да давай, не будем торопиться, будем потихоньку делать. Пока получается, будем делать. Пойду тогда страйкер этот помечу. И попробую выйти с локации. Блин, в ночнушке уже светло, без ночнушки еще темно. Дайте вазу. Так, Децл в мешок накидаем, чтобы в пустыню выходить. О. Все уже слепит. Так, вот он, страйкер. Нужный нам. Все, пошел. Дождусь, пока он приживется. И стартану. Готово. Блин, надеюсь, никто там на камнях не сидит. Страшно. Тут тайничок можем глянуть же еще. Ну открывай. Не стесняйся. О, водичонок маленький. Там что-то лютая какая-то возня на коттеджах. Да что-то вообще фиг его знает. Вроде бы играешь, играешь, что-то как до ПВП доходит, блин, до первого ЧВК доходишь и все. Я фиг его знаю, что происходит. Вроде все правильно сделал, да? Отошел, сменил позицию, все, сел. Зараза такой, так прям в аккурат выглядывает именно в этот угол, куда я сел. Или прям очевидная такая позиция. Так, а где он? Чуть дальше. Это тут, вот он. Я еще, короче, ментально в том рейде, в предыдущем. Получается. Досадно. Досадно. О, тушеночка. Ё-моё. Питонство. Дома еды, воды полно. Так, метаболизм чисто. Подкачаем, да? Я на выходе практически. А я ночнушку взял, думал, сейчас как, залечу, как. А оно пока грузилось, сидишь, дольше грузишься, чем играешь. Ой, молочко я люблю.
нормально. Бывают неудачные рейды, а бывают удачные. Как вот этот, например. Зашибись, пару квестов у меня в кармане. Все, нормалек, быстренько вдоль берега пробежались, забрали кейс, пометили Terra Group, груз X и страйкер, что перед маяком. Так, груз X, часть 4, мы завершаем. Terra Group маркером пометили, выжили, вышли с локации. Техосмотр теперь дает квест, это на улице Таркова, дает ключ от кабинета директора автосалона, цифровой носитель в кабинете директора, надо забрать, говорит, и вынести с локации. И терапевту кейс информатора нашли, вынесли с локации, передаем и закрываем отдых у моря квест. Ну, здрасте. Вот когда он мне не нужен был этот спаун, он теперь вот у меня появился. Окей. Так, значит, я пойду теперь по правой стороне. Мне нужно на шале. Значит так. Вот он, первый байк. Чик. Нормас. Откуда он стреляет, я вообще не понял. А вон он. Маяк не прижился. NVIDIA вытряхнули драйвер, и я теперь не могу включить запись. Я могу только микрофон записывать. Браво. А я уже в рейд загрузился. О, я теперь в игру не могу зайти. Вылетел Тарков. Ну давай, Тарков, верни меня обратно на маяк. О, живой. Спасибо, мама, я живой. А где я? Кто я? Я не понимаю. Я, по-моему, короче, знаешь, где появился? Черт бы их побрал. А, нет, все, я понял, я на скалах. Подожди, или не на скалах? Что за фигня? Кто я? Где я? Ага, стрельба там. Пойдем на стрельбу. Где я вообще? Вот она затопленная. Капец, черти, где меня заспавнило. Ладно, окей. Пойдем нам через эту сторону. Там дикие с кем-то воюют, походу, да, на коттеджах. У меня, в общем, в сторону коттеджа, а как по-другому, я... Фиг его знает. Не знаю. До конца рейда 27 минут еще. Ну, может быть, я, кстати, самое страшное тут пережил, всю мясорубку, которая обычно тут происходит. Ладно, мне в любом случае надо идти на шале, так что мы пойдем на шале. На скалы тут поднимусь, попробую через верха пробраться на эти самые шале. Ага, дикий слева. Хочется, конечно, аккуратно все это дело туда-сюда, но я... Твою мать. Спасибо, что умер. Хочется аккуратно, видишь? А, ну вот так вот получается. Само по себе как-то. Ничего, ничего. Опыта наберемся, будем джубошить только так.
Будем знать, какие позиции занимать. Будем знать, какие избегать. По каким тропинкам ходить. А какие обходить. Это все игровой опыт. Самое тяжело просто приобретать этот опыт. Вот тут бы мне по-хорошему на коттеджах где-нибудь дикарей. Тут же больше. Так-то. Ну, даже часть дороги видно отсюда. Так. Однако, где-то там... Мамочки. Напугали. Где-то там Харлей стоит. А, нет, он в гараже, по-моему, слева. В гараже слева он. Под шумом дождя вообще непонятно, что происходит. Ну, зато и мои шаги маскируют, да? Все-таки установив маячок, надо какое-то время, я считаю, почилить. Пачки прошлись уже ураганом, пацаны. Вот он, один из Харлеев. Я тогда здесь лучше погашусь. Подожду, пока приживется маяк. Чем вот это вот все побежал в прошлый раз. И кто-то там за забором терся, оказывается. Да, тут все залутали. Он на багажник вскрыли и все на свете. Есть? Есть. Один маяк поставили. Уже хорошо. Уже не зря все это. Так, теперь что мне надо? На левый коттедж. Стоп, или это и был левый коттедж? Нет, кто-то слева стреляет. Не понял кто. Так, как пойти через низ? У меня внизу страйкер. Опа. На дороге дикий. Завелся. Ну, понятно. А, вот он, страйкер, кстати, прямо перед носом у меня. Прям когда маякнем. Ох, ноги сломаю, боюсь. Так вот, что ли, тогда. Еще один. Есть. Попал, не попал. Так, теперь мне наверх вон туда. Надо попасть как-то. Как тут подняться? А никак, да? А вот здесь можно, походу.
Это не дикий стоит? Нет, это куст. Опачки. Вот он, корт нужный мне. Есть. Все, осталось только байк пометить наверху. Ну что, нет худа без добра. Не включилась запись. Вылетела игра, пока обновлял драйвера. Зато весь кипиш на карте закончился. Теперь можно хоть спокойно подойти и дела свои сделать, да? Все, сюда маяк ставим. Все, отлично, маяки все поставил. Найти в сторону выхода. По выходам у меня южная дорога работает. Ну, я так понял, она всегда работает. Переход на берег и южная дорога, они всегда работают, да? Ну, зашибись. Есть, прыжился. Ну все тогда, сейчас посмотрю упавший вертолет. И в сторону южной дороги. По пути, что знаю, там по луту соберу возле выхода. Все получается. Все, что нужно для выполнения квестов, пока это тихие рейды. Не знаю почему, но до первого ЧВК что-то какие-то жесткие тут. Как-то так. Да и карту не знаю. Мало опыта на ней. Потому как новичок, я отваливаю здесь. Опа. Что за звук? Челоботы, походу, подъехали, да? Блин, ну мне сейчас сливаться тоже нежелательно. Так-то мне выходить с локации надо. И слева кто-то. Короче, я сейчас всем челоботам дорогу перейду, да? Так, дальше хода нет. Значит, он где-то рядышком тут совсем, что ли, был. Ой, ё-моё, тут текстуры невидимые. Ну вот оно, незнание карты сказывается. Однозначно. Вот так вот оно и происходит. Он был бы в лесу, то на минах бы подорвался, то еще что-нибудь. Вы видал?
Где это он тут? Это, походу, выход посуд, да? Ну, как он туда забрался? Вот это вопрос. Практически. Он что, серьезно, прям выход пасет, сидит? Ничего не пойму. Я почему-то всегда думал, что здесь безопасно абсолютно. А, ну вон оно что. Офигеть, тут площадка целая, смотровая. Лежи и делай себе 100-метровку, да? На выходе пацанов подпасая. Походу этим он и занимается там. Или может он на выходе салютнул про... Ой, мамочки. Нет, нормально все. Фиг его знает. Пойдем на выход. Кто в курсе, кто на маяке? Тертый калач. Что происходило-то все? Может там кто-то дикий какой сидит, не? Поясните в комментариях, пожалуйста. Научите меня играть. Долгий рейд, немного совсем опыта, 4 диких, говорит, убил. Кстати, один из них, получается, на дороге был. Тоже в квест идет, выходит. Зашибись. Опа, очки, дикие биткоин пронесли. Молодцом. Значит, что мы наделали? Мы, значит, Харли навсегда пометили оставшиеся 2 мотоцикла на маяке и вышли с локации. Этот квест мы завершаем. И нашли пропавшую группу в районе коттеджа Шале на локации Маяк. Вышли с локации. Значит, потерянный контакт. Терапевту тоже закрываем квест. Выдает теперь наркотрафик квест, поэтому квесту мне нужно найти подпольную лабораторию на маяке. И, насколько я помню, еще и Wi-Fi камеру необходимо там заложить будет. Ну что, планы на сегодня выполнил. Нижнюю и верхнюю часть маяка мы квесты выполнили. Значит, нужно теперь мне идти на маяк в район водоочистных и на погрузочные эти платформы, да? Там огромное количество этих маяков надо будет. Я вообще хотел бы доделать уже этот квест «Каратель» для прапора. Я предлагаю пойти на таможню и на таможне попробовать добить 4 ЧВК с СВД. Yeah.
Наконец-то я хоть кого-то убил. Кроме диких. А этот типчик ноги сделал, да? Похоже, что. Фу, я все-таки добил этот квест. Наконец-то. Аллилуйя. Наконец-то я хоть кого-то убил в натуре. Тоже СВДшный, как я. Блин. Так надо убивать эти. Иначе оно меня убьет. Ладно, это далеко. Чё там, брат? Чё там? Чё имеешь? Как я его убил? У него броня нулевая вообще. Как я его убил? Я вообще не понимаю. У него шлем нулевый абсолютно. Тридцать один, 118, 114, 35. Сори, браза. Такая тема. Натуре, а чё я Илкан не использовал? Хороший же прицел. Ну хотя и с этим коллиматором нормально. Ладно, я свою СВД-ху увольняю тогда. Магазин у меня там. А, он застрахован. Патроны вытряхну с него. Чё ты погнала СВДХ? На другую локацию? Опять? Нормально. Ну вот, хоть настроение чуть-чуть появилось. А то дохнешь и дохнешь, дохнешь и дохнешь. Тупо туловище двигаешься по локациям. Мальчик для битья. В газельке возня. Или что он? Или он до сих пор там, этот ЧВК? Он пытается меня найти? Ничего не поймал.
Понял. А пошел ты в баню. Ну вот и автоматчик. А автоматчика я разбирал долго, капец. Кассадам. Офнир. Ладно, вот этого помладше автомат выкинем. Ну, вроде бы у него там нормально. Страховка вернется, бро. Все, я доволен. Чем аккуратнее я стараюсь играть, я за собой заметил, тем хуже у меня получается выживать. Не знаю, как это связано. Но как-то это связано. Тут на этом прицеле еще и механическим вот так можно див-див джбошить. Разобраны. Ладно, давай тогда пойдем по этим самым. Патроны докину. И пойдем по всем, как их фамилия, по сейфам прогуляемся. Посмотрим сейф на заправке и пойдем в общежитие к сейфу посмотрим. Теперь мне погибать не жалко, хотя бы СВД не надо за 150, за 200 тысяч собирать. Плюс сама СВД 100 тысяч. Хорошо нафармил деньги на стриме. Хотя бы о деньгах не беспокоишься. Они похожи. Похожи эти чавыки. Сверху стреляли по дикарям, да? Похоже на то. Тут у нас сейф. Бабахнем пропитало, а то у меня... По мелочи там лечить каждую эту. Нет желахи. Теперь лутание, а то все возня это, да и возня ПВПшная, которая я вообще, которая мне не дается никак. О, гринбат. Калашников стрелял здесь, который на граде, это стопудово тот был тип, который меня на тигре встретил. Готов поспорить, что это был он. Я что-то сразу не допетрил, не догадался, блин.
пойдем в вазу смотрим. И на выход. Не хочу я с СВД больше играть. Уже в печенке сидит эта СВД. Правда, сейчас начнутся квесты с этими, с дробовиками. Пойди там, найди там, убей диких, 20 убей. Чевиков, 10 или сколько там, 12 убей. Потом этот закроешь, еще иди 15 чевиков в ушанке на таможню убей. Шаги слышал я или что это показалось? В прошлый раз мне решало накинул жестко с той стороны, да? Я теперь побаиваюсь здесь лазить за открытыми дверьми. Че, попитоним? Приятного, ё-моё. Панечки, тишина. От Вицао это мой звездный рейд за сегодня. Я просто чувствую нутром, что я сейчас вазу вынесу. Не просто найду, а вынесу. Что это такое? Второй уровень. Оставим это удовольствие кибератлетам. База не тут, она в трешке. Чувствую, она в трешке там. Так, мне еще надо 105-й аппендикс позырить. Где-то тут дикий ворчал. Брат у тебя? О, не лутано. Порожняк. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас я вазу найду, вынесу. Инфосотка. Тишина.
Это мы выбираем. Что, все, больше ничего? Окей. Все, походу все спать пошли. Спокойный рейд попался. Вот оно. Нет, не угадал. Джипикоины, они поинтереснее. Что, значит, здесь ваза? Получается. Точно. Яйцо. Не судьба, говорит. Хотя можно еще, знаешь... На первом же костре. Тут же тоже есть место спауна. Прелести всяких. Нет, отсутствует. Ё-моё. Ладно, пофиг, тогда я знаю, где она лежит. Ваза эта. Будь она неладна. В офисах. На Тарконе там. Выход у меня в аккурат в той стороне. А, он 13-ю активировал. Пострелялся, чик, за 13-ю активировал, и там, походу, вышел. Калашников, который со мной встретился на дороге. Все, значит, спокойно идем до Таркона. Там долутываем, забираем вазу. Если нет, то в гаражах еще смотрим. И на выход. Угу, тут дикие есть. Скрипучка открыта. Но это могут и дикие открыть, я так думаю. Сейчас проверим. Не, этот прицел упоротый, конечно, таким макаром, если целиться. Лучше, конечно, так. На такой дистанции. А вон руку высунул. Не пробивает, да, получается? А мне пофиг вообще, я уже квест сделал. Я могу вас убиваться. Где второй? Корифандро. Заныкался куда-то. Сто восьмой. Ни о чем ключ. О, кашляет. Но с другой стороны, я даже рад, что здесь дикие лазят. Возможно, здесь ничего и не лутано. Наверху офис этот самый, да? Возможно, и такое. Не, все равно, мне лично с коллиматором удобнее. Там хоть побардачнее можно стрелять.
обзор меньше теряется. Это такой прицел для точной стрельбы, а я точно стрелять не умею. О! Вот то. То есть ты хочешь сказать... Вон он. Прикинь. Это дикий меня увидел оттуда и начал стрелять, простреливать Таркон. Нифига ты, маньяк. Это вообще законно? Жесть. Оказывается, так тоже бывает. Ну и забираем вазу, как раз для нее есть место. А, черт из два. Ну да, ну да. МБСС-и на том спавнится что-нибудь? Нет. Если и да, то нет. Окей, значит, лутаемся дальше. Дайте хоть душу отвести. Полутаться. Лутаки. Немножко. Тротил нашел. Давай тогда прочешем, что ли, сумки, какие знаем, гаражи. В картотеках что я могу найти? Что-то мне надо в картотеках. По-моему, я там ничего полезного для себя не найду. Только ключи, если какие. На продаже дорогие. Или вообще ничего. Тут лутались, понял? Значит, эта сторона... которая заспавнилась, она пошла по заводской территории, либо по центру. Раз я не наткнулся на них. По зеленке. О, 50 тысяч нашел. И потяжелел сразу. 43 килограмма, говорит. Да, тут осмотрено. Посмотрим, насколько тщательно все пролутали, да? Это ж
шутишь. Вон он, бля, и бас его! Я так и думал, ну что за... Петуха! Просто вон оно что. И тут лутали. И там лутали, вон багажники даже все открыты. А нет, тут не лутали. Некачественно лутали, значит. Хотя, возможно, мусор поскидывали. Ладно, считается, что. Прям дикий глянем тогда, да и все. Расловить нечего. СКС тараканил. Фомку за десятку впарим. Шапчонку за тридцатку впарим. 303-й. Квестовый. Фантастика, вон отсюда получается. Все проверял через окна и простреливал это дело. А ты хорош. Усы. Ну и все, выходит. Это можно и спить. Все равно дома будем пить. Гранату забрать, да и домой. Все, я устал. Сегодня тяжелый день был. Как для ЧВК, так и для меня. Сейчас тут бомба, которую я не успел забрать. Нет, четко все. Пошли домой. Снимаемся. Долгий рейд получился. 5950 опыта получил. 2 человека добил. Наконец-то я закрываю карателя. Вот он момент истины. Наконец-то. Каратель 6 я могу закрывать. Убили ССВД 15 человека. Армейские жетоны, биров и юсеков по 7 штук сдали. И получаем в награду защищенный контейнер Эпсилон. Вот она долгожданная моя награда. Эпсилон. Наконец-то. Переезжаю я. В новый этот сумок. Пару ячеек дополнительных будет. Красота, да и только. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, за добрые комментарии. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.